Я все же думаю, что спорт из моей жизни не уйдет, и я все-таки думаю, что пойду по спорту, да. Возможно, тренером, как мама, но это все-таки ответственный шаг, потому что вижу разных тренеров. Кто-то профессионал своего дела, я считаю, как моя мама, а кто-то все-таки, я иногда сомневаюсь в их квалификации. И хочется быть достойным тренером и подготавливать лучших спортсменов.